Seems someone wants me hospitalized. Ну ладно. Кто-то хочет больницу отправить, я это знаю. Такие дела происходят. То какая-то бабка, какая-то хер пойми что вылезает из трупов. То призрак этот ходит. То мы как-то между какими-то слоями перемещаемся. Слоями действительности. Между мирами как-то переносимся. Хрен его знает, что это происходит. Так. Март 5. Плохая новость. У меня новый напарник. Хорошая Майя рассказала, да. И даже плохая новость. Не катастрофа. Джозеф отличный напарник. Детектив. И мы с ним прекрасно ладим. Кримсон Сити. Нужны такие полицейские, как он. И работать с ним честь для меня. Но иногда мне кажется, что мы плывем на лодке с огромной пробоиной в днище. На каждое раскрытое нами преступление приходится десяток новых. Только департамент защищает граждан от уголовников. Но у меня такое чувство, что последних больше. Все, молодцы, пошли дальше. Прокачаемся чуть-чуть. Necessary for me, my ass. It's been a while since your last visit. Поиски серийного убийцы зашли в тупик. Местные жители надеются на лучшее. По словам полиции, отсутствие новых улик свидетельствует о том, что серийный убийца затаился или уехал. Здесь ничего нету, там тоже ничего. Так, два качаться. Оружием. Есть очень большой смысл взять и прокачать критические попадания. И тогда уже один из трех выстрелов будет нам помогать. Так что качаем помаленечку. Помаленечку качаем на... О, открыли наконец-то. Все, молодцы. А это что за дверь? А, туда идет, окей. Так, у нас два ключа, как я помню. Так, это я не хочу брать. И, блин, молодцы. О! Пя! Ой, я уже знаю, что... Я уже знаю, что я хочу качать. Я уже понял это. Молодец. Сразу бы так. А ты уже нормально к этому относишься, да? Уже понимаю, что ничего страшного. Так, ладно, множитель урона, критические попадания. Давай, все. Теперь нужно 20 тысяч. Если раньше было 1 из 5 выстрелов, то теперь 1 из 3. Так, у нас еще 3000 остается. Патроны для пистолета. Да, давай это сделаем. Шприцы, гранаты, болты тоже нужно много. Болты агонии. Добавляется огонь огнем. Так, что у нас на дробаше?
Вот это надо сделать. Тоже помаленечку качать. Ну и все вроде. Пойдемте сохранимся. В глубинах. Новый эпизод будет называться. В глубинах. Не надо мне только так пугать, хорошо? Чего еще? А, нашел. Теперь сюда. Так, и эту дверь нужно еще. Так, ну ты без ноги, ты уже ничего не сделаешь. Патроны к револьверу. Не зря я, короче, сейчас. Я не... Блин, такое ощущение, будто рожа была чья-то. Так, здесь мы все посмотрели. В смысле? Невидимый. Да блин, ты что за хуйня-то? Невидимый опять появился. Псих невидимый этот. О, та самая херь была. Мы ее видели. За нами бегала. Но это не может, блин, вот вся эта херня, она в реальном мире тут не может быть. Или персонаж живет в каком-то своем мире. Или он живет в каком-то своем мире, или... Или это что-то другое. Так, тут ничего. Так, что, ружье возьмем для убийства? Да, давай попробуем. А хотя... Требуются детали. Ага, если я нажму на русскую К, то я могу менять. Так. На каждую детальку нужно определенное количество деталей. Окей, я понял. Это у нас огонь. Нет, яд. Разрывной. Окей, такие у меня есть. Так, дай мне пистолетик. Все, убили. Да блин, ты достал меня. Ну как мне с ним воевать?
Вот и все. Сейчас назад вернемся, сохранимся и дальше пойдем. Заодно это возьмем. А? Разрывные. Да, забыл кое-что. Новая ячейка. Кстати, скажи, пожалуйста, сколько у нас сейчас на этого? 200. Не, мне пока ни на что не хватает тогда. Качается. Нужно качаться еще чуть-чуть. Прокачиваться нужно. Понятно. Смешной, радостно. Кому-то радостно. Looks like I have to get down. Да это, наверное, уже понимаю. Чувак, бутылочку. Возьми. Бутылочки помогают. Чё, блин, просто спрыгнуть? Да, все равно ничего нету. Не отняло. Крышкой. Патроны. О, здорово. Ну-ка, стой, подожди. Ай. Так, это подбери. Еще спички. Так, ты это лучше выключи, мало ли. Блин, не хочу, я очень сильно не хочу. Locked. Балки использовать. Мне кажется, что я только с ними и буду встречаться. Ну. Ай, здравствуй. Так, по одному. Где ты? Ладно, сейчас подожди, загрузим. Это автосохранение. Так, ко мне она никакого отношения не имеет. Сразу все. Ты что, не умер?
Ай. Да блин, ты издеваешься. Еще исчезает не вовремя. Успели. Все это мое. Это мое будет. Никому не отдам. Какой сложный, нехороший босс. Точнее, это не босс, это рядовой противник. Ты где? Его нету? Его нету. Я сейчас только что пустоту бил. Следующий, где ты? Да блин, как ты тут убивать-то? Я не понимаю. Очень сильно неприятно. Неприятная херня. Болт вспышка. А может болтом вспышкой попробовать их ослеплять? Да, молодцы. Блин, нет, давай попробуем дробашом. Дробашом попробуем. Подожди, а что, я могу еще их назначать, что ли, да? А, ну да. Вот так вот, вот так вот. Чтобы не это, не лезть туда. Блин, куда-то нажал. Аптечку лучше нормальную, в нормальную поставить. В нормальную херню. Так. Один, два, три. Все, а аптечка пускай так будет. Опа! Убили. Сразу возьмем и дробашом. Берем. Два выстрела. Так, ты не сломаешься, да? Здесь больше ничего и нету, да? Ага, только сюда можно. Так, мои потраченные патроны вернули. Аптечка.
Больничная карта ключ. Так, ладно, нормально. Понял, понял. Значит. Да, блин, а что-то я хотел это открыть. Спасибо. Так, все, валим отсюда. Нахрен. Мы прошли это место. Опять ты. Ты убиваешь одного удара, я уже понял. С тобой тут опасно воевать. Но, тем не менее, ты мне пока не трогаешь. Один раз попытался меня убрать, но... Я убежал. В смысле? Открой. А, долго открываешь, да? Ну и что за квадратная комната? И дверь пропала. Не, мы точно не в этом мире. Мы или в психушке сейчас лежим, или сейчас, блин, это самое подсознание коллективное отрабатываем. Или мы в психушке лежим, или мы сейчас конкретно это вот коллективное сознание. В стиме лежим, как подопытный. Так, можешь? Странные рисунки. Какой-то пацан появился новенький. Так, подожди, подожди. Тут вы какой-то этот... Подсолнух, я понял. Подсолнух получается. Ага, чё, так, ты понял, понял, идем дальше. И не, кто ты такой? Чьи это? Больные, а? Чё, ничего нету? А, здесь? Есть. Так, ну что мне нужно искать? Шестеренки. Вот так. Четыре или три? Четыре или три шестерены? Три. Окей, я вижу. Три. А если я неправильно отвечаю, то меня про вот это вот снизу протыкается, да? Я умираю. Я понял. Не просто так там в полу все эти дырки. Так, третья комната. Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms: sharp pain in brainstem at centered on insertion point, followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are,
and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Так, здесь мне нужно что-то искать. Мозги. Ага, такую херь. Или такая должна быть. Это чуть посложнее. Так, окей, вот, нашли. С корнем нужно искать. Вот это вот. Да блин, я нажал. Вот так вот. Подожди, мы все тут обыскали. И все три этих пути ведут сюда. Окей, пошли. Мы точно где-то в какой-то психушке лежим. Вот стопудово. В реальном мире такого не будет. Не может такого быть. Люди, персонажи думают, что это про ничего такого ничего не говорят, а типа что-то типа сверхъестественного. Вот, очкарика нашли, молодцы. Получается, мы, наверное, в психушке лежим. Наверное, когда вот нас вот в больнице самой еще психушки нас как-то вот тот призрак уколол, так все. Нет, не я. Нет, не слышу. We need to get out of here. Can you move? Yeah, I... Joseph. Нет, не может. That's much better. Надеюсь, и не из моих запасов. Не, на мы все на месте. Let's get out of here fast. Да, надо выбираться. Ну или я пойду вперед, а ты там сзади топай. Че, нам в какую сторону топать? Я сюда пойду. Окей, давай обыщем. Патроны, дробашу. Ничего. Чего? Перезаряди, будет еще больше. Трупак. Пинающий. Да, его пинать можно. Так, это у нас не уже открыто. Ну ладно, окей. Немножечко мы получили, что хотели. Очкарик. Ох, ни хрена себе. Ай. Все, жгитесь. Будете знать.
Все, молодцы, молодцы. Ничего не... Нет, что-то выпало. Граната выпала и... Так, здравствуйте, здравствуйте. Где ты там? Ну, стреляй. Я подожгу уже. А, он уже умер уже. А я думал, что нет. Ну ладно, окей, в любом случае не так уж это. Не так сильно мы потратились. Не сильно, короче. Помог. Очень сильно. О. А, и три патрона некуда вставить. Так, можно туда сходить. Нет, здесь у нас ничего нету, пусто. Можно вот сюда. Так, здравствуйте. Стрела есть. Да ты... Куда их и денут ваши патроны? Мне их девать-то уже некуда. Однако, если они сейчас будут мне недалеко, то я вернусь. Это что такое? This looks pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Let me see if I can disarm it. Все, молодец. Обезвредил. Опять головная боль это. Чё за очкодов? А он опять заразил, он заразился чем-то. Ничего, мне убивать надо придется, да? Или он вылечится? Очкарик, ну-ка, плюнь на это дело. Все, он вроде вылечился. Вроде залечился. Да-да, дело плохо. Let's just get out of here. There's something wrong with this place. А ты только-только про это понял, да? Но мне кажется, что вы все-таки как-то это, вы к системе общего сознания как-то подключены. Мне кажется. Мне кажется, что вы подключены все-таки. Ай. Патроны всувать некуда уже. Спасибо. Ой, еще раз спасибо. Сейчас вернем. Че, подожди, осколок. Фрагмент 6. 9 точнее. We need to move. Да, да, я в курсе, чтобы давай быстрее. Че, нету на этот раз записки? Записок нету. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно пополнить запас, сделать так, чтобы мы пополнили этого.
чтобы он ты больше носил с собой. Пациенты психбольницы заявляют об издевательствах. И это только верхушка айсберга. Пациенты психбольницы «Маяк» утверждают, что неизвестная организация проводит над ними эксперименты по управлению поведением. Так, ладно, нужно увеличивать запас. Запас. Патроны для пистолета. Патроны для дробовика. Патроны, болты для агонии. Там, тут нужно 5000. Не то. Не то. Не то. Точность, кстати. Да, давайте точно. Все, теперь все устраивает. О, точнее стало, нормуль. Все, пошли дальше. А, подожди. А что ты здесь не можешь дверь выбить? И? Не, подожди, у меня там лежат. У меня лежат там патроны к этому. Если я твои возьму, то тогда получается там я у меня уже закончится. Так, все, пошли. Вернемся чуть-чуть. Немножечко придется вернуться. Это можешь... Не, лучше включи. Иногда помогает. Че? Че, вернуться нельзя, что ли, уже? Блин, вы меня прям так опечалили. Ну ладно, давай загрузимся.